Недосипання. За статистикою, це головна проблема молодих батьків. В тому, що вони не можуть виспатися, винна аж ніяк не маленька дитина. Наш Дмитро Чистяков запевняє, все стане на свої місця, якщо розробити відповідний графік. Больше еды и питья, сна и прогулок. Ребенку нужны здоровые, отдохнувшие родители. Вот так говорят специалисты. Только как этого достичь, когда с маленьким врединой приходится очень тяжело? Не понимаю. Самое главное – это выстроить график. Мне с Максом повезло, он с рождения подстроился под мой ритм жизни. Ложусь я поздно, встаю тоже далеко не на рассвете. Вот и сын приспособился к такому режиму. Только недавно мне рассказали, что это не полезно. И спать детям нужно ложиться в 9 вечера. С 10 до 12 формируется очень важный для роста и развития ребенка гормон мелатонин. Если ребенок не получает мелатонина в нужном количестве, действительно, ребенок хронически не высыпается, он становится гипервозбудимым и может привести даже к нарушению развития ребенка. Но ведь это значит, что и родителям нужно перестраиваться, чтобы не ходить утром как зомби. Ради ребенка придется ломать свои привычки. В первую очередь, установив время 9 часов спать, вы уже получите хороший результат в том, что он будет правильно отдыхать ночью. Да, он будет просыпаться рано, это может быть семье не всегда нравится, но дети с утра бывают нежными и ласковыми, если их покормить грудью, и потом снова могут спокойно поиграться сами, пока вы находитесь рядом. К новому графику нужно привыкать постепенно, сразу ломать устоявшийся, пусть даже неправильный распорядок, нельзя. Перед сном у малыша должен быть ритуал – купание, спокойные игры, чтение и кормление. Ужин должен быть особенно сытным. Есть специальные ночные кашки – питание, которое не напрягает желудок и способствует хорошему сну. А вот детей после полугода кормить ночью не всегда нужно. Ребенок может хотеть на ручки, требовать общения, качания. Если малыш ночью плачет, не спешите ему закрывать рот грудью. Перекорм – главная причина болей в животе и связанных с этим нарушений сна. У детей младшего возраста могут быть колики. Чтобы ребенок хорошо спал по ночам, не допускайте лишнего сна днем. В интернете без труда можно найти вот такие специальные таблички, в которых расписана потребность во сне у детей. Малютка премиум для будущих звезд. Особое внимание нужно обратить на то, как и где ребенок спит. Дети до года не нуждаются абсолютно в подушках, ни в обычных, ни в ортопедических. Иногда у недоношенных детей используются специальные укладки для детей. Но все должно быть контролируемо, и к двухмесячному возрасту желательно все укладки убрать из постели. Когда ребенок спит, желательно, чтобы не было вокруг него игрушек, их надо убирать. И, в принципе, кроватка у нас место для сна. О том, какой матрас лучше выбрать, каким должно быть одеялко, о безопасной кроватке поговорим в отдельных выпусках. Для детей тема сна едва ли не самое главное, ведь во сне они растут, а значит, родители должны сделать все для комфорта своего малыша. Приятных вам сновидений! Малютка премиум для майбутніх сірок.